Всем привет! Сегодня сниму я про своих попугаев, канарей, амадин. Ну вот, птенцам сегодня месяц и два дня. Они уже все самостоятельные сейчас, чтобы светло было. Это все четыре птенца. Это вся молодежь. Вот. Здесь, скорее всего, будет, ну, на первый взгляд, три самца и одна самка. Ну, два самца здесь точно будут. Вот они уже вот так выросли. Переселил я их в новую клетку, которую сделал. Эти у меня дамы сидят. Скоро у нее будут вылупляться птенцы. Ну-ка, выходи. Не хочет выходить. Вот такая мамаша. Сегодня-завтра уже должны вылупляться. Все яйца темные, все, во всех будут птенцы. Опять вот она в первый раз 4 это, яйца отложила. И все 4 яйца были оплодотворенные. И в этот раз то же самое. Так, с этой виполовым. Вот сидит она. Ну-ка сейчас ее посмотрим. Я вот сколько не лазил. Не, яйца все пустые. Яйца пустые. Ладно, сейчас я уберу гнездо, это ставить не буду. А что, как в тот раз не будешь двоих переставлять? Нет, сейчас Сергей Иванович привезет мне кеннера белого хорошего. Риполова я уберу этим амадином. И с кеннером, с белым кеннером. Вот, так пускай сидит. Сейчас я их еще раз хорошо проверю. И уберу гнездо. На этой неделе привезет белого кеннера. Я хочу споровать с белым кеннером и взять это от них детей. Зеленый с белым. Вот амадины сидят в домике. Короче, они не кормили своего первого птенца. Эти яйца. Ну, короче, это все надо уже убирать. Уже здесь ничего не будет. Яйца целые. В одном даже вылуплялся, по-моему. Вот, не смог вылупиться. Короче, это надо гнездо убирать. Все по новой, чтобы они делали кладку. Может, то, что молодые, неопытные. Ну, молодые, первый раз не получилось ничего. Будем делать повторно. Сейчас надо будет закрыть, чтобы они не вылетели. Ладно, пока поставлю. Сейчас гнездо почищу полностью. И это, по новой пускай строят, по новой садятся. Сейчас молоднику вот ставлю песню на этом. Ну вот колоночка. Орфей, песня кеннера, порода орфей. Может, думаю, может что-нибудь подхватят с его пения молодежь. Сейчас через неделю самцы начнут распеваться. Они все сейчас серенькие. Через 2 месяца будет первая линька. В 3 месяца у них первая линька. И они уже конкретно приобретут цвет. Ну, увидите. Постоянный уже цвет. Да, увидите, каким они цветом станут. Они вообще все поменяются. Кто-то там один, по-моему, останется зеленый, а остальные все поменяют цвета. Ну, пойдемте попугаев посмотрим. Сейчас попугаев на паузу нажми, на паузу. Ну вот, давайте сейчас быстро пробежимся, покажу я вам, сколько птенцов. После последней съемки я сам тоже не лазил. Вот здесь уже вылупился птенец, я не помню, в ту съемку был он, нет. Раз, два, три, четыре, яйца еще. А вот вылупляется один, когда он не может вылупиться. Ну-ка сейчас минутку на паузу пока нажму. Вот шкарлупа у него. Он продолбил, но открыть не может. Вот он. Живой он там? Живой. Хорошо заметила. Он бы не смог вылезти. Что-то шкарлупа сильно. Ну так опасно делать, если, не дай бог, поможете раньше времени, желток, если у него не зашел, то он не выживет. Может, его так оставить, пусть дальше-то сам уж вылезет, наверное. Сейчас голову хотя бы надо вытащить.
Есть лед, у него даже он уже, наверное, этот, какал там, потому что почернело. Раньше времени вообще ни в коем случае нельзя вытаскивать их. Если даже шкарлупа уже полностью внутри сухая, нету кровеносных сосудов на ней, это значит, он не может вылезти. Ну-ка. Он там даже уже покакал, блин. Вон он, видите, уже там покакал. Хорошо, я заметил. Вот он, родился. Роды прошли. Роды прошли успешно, да. Так, здесь я что? Вовремя все-таки пришли снимать. А как заметить именно, что... Это опасно. Сам он выходит, сам или... Выходит. Ну, а смотреть, если... Все, не топчись, вон один. Один уже здесь тоже вылупился. Никогда не трожьте яйцо вообще, вот если видите, что... Это просто надо понять, когда не надо ему ни в коем случае, тем более попугаем, помогать. Показывают там, помогают рождение птенца, это все херня. Я же вижу, что они разрывают оболочку и лопаются там... кровеносные сосуды. Да, просто... она еще под шкарлупой пленка такая, да. Есть. Вот сейчас ее не было. Сейчас яйцо сухое. Сухое прям совсем было. Вот да. Даже видели, сейчас вот кто там, сейчас я просто знаю, что будут задавать вопросы. Вот на дне яйца... Если... Где оно, блин? Ну... Нет. На дне яйца, если увидите темное пятно, значит, он уже там серит. Значит, надо помогать. Если яйцо значит, абсолютно белое, ни в коем случае. Показывают, я же вижу, он его рвет, эту шкарлупу, там кровь идет. Он его вытаскивает, там желток еще торчит, целая куча. И потом показывают, что, эти птенец, что этот птенец вырос. Он сдох, он и полчаса даже не проживет. Это все в те дня. Да, бывало и с курями такое. С курями, да, это с любой птицей, да, ни в коем случае. Инкубатор особенно когда. Вот здесь чуваки, красавчики вот такие. Большие. Четыре. Желто-зеленые какие-то были. Четыре штуки. Уже вот это. Не, о, слышите, это птенциару. А, это мамаша, блин. Маленький. Ну-ка давай выйди. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Пять или шесть, не трогай, я сейчас запутаю. Пять птенцов, вот только у меня новорожденных там, маленький сейчас. Четвертое гнездо. Вон здесь какие у нас. Шесть. Все голубые, синие будут. Шесть, да? По-моему, а вот они, смотрите уже, красавчики. Вот, самец будет, вот он. Какой-то сиреневый. О, симпатяги. Когда вот такие уже становятся, симпатичные начинаются. Становятся. Маленькие, страшненькие, да? Да, второй самец. О, это вообще цвет какой-то. Смотрите, жирный какой. Вот их мамаша кормит. Это вообще сиреневый цвет. Че, одни самцы, что ли? Нет, походу, самец. Тоже сиреневый, тоже не красивый цвет. Вот она, девочка будет. Ну ладно, те еще маленькие. Ну-ка. Все синие, голубые. Вот девочка тоже. Отпусти. Вот уже видите, как они выросли. Заругаются. За последнее время, когда я снимал, не знаю, не сколько дней прошло. Ну-ка, подвинься. Яйца только. Три яйца. Ну, она, я когда последний раз снимал, там одно яйцо было. Что-то у этих грязно. Ну, три птенца. Надо им опилки закинуть. Эти все яйцам хана. Этим надо опилочки. Задвинь-ка. Одной рукой. Подожди, все.
Сейчас я напилки насыплю. Так, здесь у нас 9-е гнездо. Здесь тоже уже большие. Вот девочка. Вот смотрите, спина какая синенькая. Костик желтый. Вот что странно. Мамаша. Мамаша голубая, папаша зеленый. А вот чисто белый птенец. Ну, в крови было у кого-то, да? Да, это в крови. Ну что же, надо будет сейчас убраться. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, да, здесь было. Уже большие. Да, у тебя тоже. Дело жмукает, так, в этих не было. Нет. Вот здесь они... Ну-ка. Вот здесь я... Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь все оплодотворенные яйца. Вот здесь снимать птенцов. Здесь у нас три птенца. Сейчас яйца выкинули. Вот здесь я. Да, здесь и три чувака. И сейчас вон то крайнее гнездо. Так, здесь и нету, по-моему. А, во, еще же вот здесь гнездо есть. Блин, я про него и забыл, что-то давно на него не смотрел. Здесь, помните, я показывал 9 яиц, что ли, было. Выйди, пожалуйста, потихоньку. Так, здесь их куча. Что-то их здесь аж куча какая-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и три яйца, да. Ну вот шесть птенцов уже есть. Вот их. Мамаша сейчас молоком кормит, видите, он. Ну не молоко, а это. Зубным составом. Так, шесть птенцов. Здесь тоже есть, чуть про него не забыл. Ну там остальные яйца тоже целые. Мама сможет 9 птенцов покормить? Ну посуду, давай кормить, хорошая мамаша. Ого. Так, сейчас пускай выйдет, подожди. Здесь мамаша белая, папаша синий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук их. Вот здесь тоже интересные цвета будут вообще. Оба, тихо, отцепись. За ноги зацепились. Голубо, ну, орликины будут, вот, красивые будут цвета у них. Вообще, орликины самые такое, очень красивые будут. Они спросом, да, это больше, да, пользуются, да. У них цвет красивый. В этом году, дай бог, получилось вот таких синих, разноцветных там, разных, таких, которые, на которых спрос больше, окрас вывести. Подобрал пары, ну, они сами вообще, пары-то сами образовываются. Ну, в основном, чтобы спрос большой на синих, на голубых. Вот на яйца. Яйца они вот так едят, утиные яйца. Вот. Просто напополам утиное яйцо. И пополам пшено. Ну и отсев. Ну такие дела на сегодня. Вот птенцов уже куча, считать пока не буду. Ладно. Ту-ту-ту. Сейчас надо убраться в 9-м гнезде и где-то вон там надо убраться. А, и в 6-м. Мне грязно. Добавлю опилок. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся. Сегодня у нас 2 апреля, да? Да. Да, сейчас еще 2 апреля, на улице стоит дубак. Блин, холодно, мороз. Минус 11 ночью, холодно. Вот такие дела. Ну ладно, пока, скоро увидимся.